Белорусам есть чему поучиться у казахстанских спасателей. Об этом заявил начальник промышленной безопасности МЧС Республики Беларусь Александр Кудряшов в рамках программы по обмену опытом по проведению аварийно-спасательных работ. Некогда единая для Советского Союза система спасения, более известная как ВГСЧ, ныне распалась. Опыт взаимодействий вроде как утерян. Однако Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко договорились о взаимном сотрудничестве в плане обеспечения безопасности. И Караганда для подобного семинара выбрана не случайно. Коли имеем такие огромные предприятия, конечно, есть чрезвычайная ситуация там возникает. И очень актуально, очень такое значимое имеет службы спасения, как они работают непосредственно. Вот как раз идет обмен опытом. Есть что у нас подчеркнуть, есть что подчеркнуть у наших коллег. В Беларуси нет угольной промышленности, но зато есть соляные шахты, которые тоже требуют тщательного подхода к безопасности труда. А у системы Васкамыр опыт по спасению людей, к сожалению, богатый. Ведь наши спасатели работают не только в шахтах, но даже и в случае ДТП, и даже во время обрушения пресловутой БСАБы они тоже работали. Давайте мы, наверное, посмотрим на ваш горно-спасательный отряд. Вчера нам показали его. Я хочу сказать, что впечатляет. Вот. Впечатляет то количество техники, те разработки рационализаторов ваших, которые действительно отработаны уже на практике, ну и те условия работы. Это, я думаю, что нужно брать нам на вооружение. Белорусов аналогично, такие же производства есть. У них и как открытые горные работы есть, так и подземные горные работы. Аналогично военизированная аварийно-спасательная служба есть поставлена. У нас есть чем поучиться по обмену нормативно-технической документации, по разработке разных методических указаний, требований. Поэтому, то есть мы обмениваемся, то, что положительно у них, мы себе берем, а то, что положительно, как вчера посмотрели, Александр Николаевич, по оснащению, вот, скажем, посмотрел то же самое. То есть где-то технологии, где-то у нас лучше работают, где-то у них работают. Поэтому этот обмен очень полезен. Кстати, службы спасения Казахстана и Белоруссии уже взаимодействуют в рамках ежегодных весенних учений КАЗ-СПАС. Но и на этом сотрудничество ограничиваться не будет. У нас есть еще общее единое экономическое пространство. Мы работаем очень тесно над техническими регламентами, над тем, чтобы у нас была общая нормативная законодательная база. И тем самым мы сближаем возможности наших производителей. То есть не будет различных технических барьеров, которые сдерживали бы товарообмен между нашими странами. Андрей Кузнецов, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.